Вот, хочу заснять домик в лесу, где люди на этих стульчиках вот там едят колбасу. Фу, комары грызут уже. Это не река, это озеро. Красивое место такое, мне нравится. Сосны высокие, туи. Похоже, как можжевельник. Только глотков много. И тут озеро. Сегодня пятница. Мы приехали посидеть на озере. Немножко решили пройти сейчас. Подкрепились. Выпили молочка. И кого еще? Курочка. Курочка? Да. Нет, тоже вот такой рыбка. Подъем, калиточка. Интересно. Рыбку. О, здесь рыбку. Можно, ну подойду, сейчас засниму озеро. А здесь вот для... живет камышовый лось. Наверное. Вот так вот. Озеро. Вода чистейшая, рыбки много. Я думаю, тут сеточку забросить было бы прекрасно. А тут не холодно купаться? Тут я могу купаться. Ну это же маленькая теперь для меня. Все зеленое, насыщенное, красота. И березы есть, и сок березовый, все есть. Такие листья хорошие, красивые. Тоже есть такие какие-то, а что вот это оно такое? Болячка какая-то. Я думал, такие листья есть больные только на Украине, но и тут есть. Вон, лопоточек присел на скамейку. Тоже подъем, тоже территория такая красивая. Ого, ёлка прям возле дерева, будто бы обнимает дерево. Да.